построили для вас этот дом, дом советского литератора. Не бачили класики в трусах, Николич, що? Я вас знаю. Ми Микола Григорович Хвильовий. Цей будинок? Це пастка. Я тут дитячі вірші написав, послухаєш? Я психований! Щоб ти здох. Товарищ, трактор в полі, дир-дир-дир. Хто за що, ми за мир. Поет! Бач! Он должен был писать. Он мне нужен был живой. Я задыхаюсь от твоей макулатуры! О революции, товарищ Хвильовый, нужно доводить до конца.